Здравствуйте, это «Кинообзор» в студии Екатерина Самохвалова. Сегодня вышел один из самых ожидаемых фильмов года – вторая экранизация фантастического боевика «Вспомнить все». Обе картины сняты по мотивам рассказа американского фантаста Филиппа Дика, который называется «Из глубин памяти». Сюжет разворачивается в 2084 году, когда государства Евроамерика и Новый Шанхай борются за превосходство. А заводской рабочий Даг Куэйт, в роли которого когда-то снимался Арнольд Шварценеггер, а сейчас Колин Фаррелл, заинтересовался предложением компании «Вспомнить все», предлагающей своим клиентам имплантацию виртуальных воспоминаний. Он мечтает посетить Марс и решает приобрести себе воспоминания о миссии секретного агента. После процедуры герой начинает думать, что он шпион, однако не знает, на какой стороне он находится. Вот фрагмент из этого фильма. Режиссер фильма Лен Уайзман стал известен после фильмов «Другой мир» и «Крепкий орешек 4». Тогда, несмотря на отрицательные отзывы кинокритиков, у обоих фильмов были хорошие кассовые сборы. Новый блокбастер Уайзмана тоже раскритиковали. Ему присвоили 6 баллов из 10, заявив, что главный герой не такой эффектный, как Арнольд Шварценеггер, и в фильме слишком поверхностные характеры персонажей. Тем не менее, в Америке в первые дни проката работа Уайзмана в очередной раз собрала немало денег. Кстати, в этом фильме играет жена режиссера, английская актриса Кейт Бекинсейл. 3 года назад американский мужской журнал Esquire признал ее самой сексуальной женщиной. В общем, этот фильм стоит посмотреть. Кроме этого, на экраны вышла итальянская комедия под названием «Блокбастер 3D». Ее сюжет – солянка из самых популярных фильмов последних лет. Вы встретитесь с профессором Козлонгом, которому предстоит раскрыть похищение картины из Лувра, с девушкой с татуировкой, раскрывающей секрет церкви Тухлого Яйца, и с вампиром из фильма «Сумерки». Вот фрагмент из этой картины. Ведущий на смерть приветствует тебя. На смерть? Я не хочу умирать. У меня жена, 3 детей, ипотека и молодая секретарша. Также в кинотеатрах вышел мультфильм «От винта» про веселые приключения самолетиков в воздухе и драма «Гавана, я тебя люблю». Это 7 небольших увлекательных историй, снятых мастерами мирового авторского кино. На этом у меня все. Не пропустите премьеры. Будьте в курсе всех событий. Я желаю вам удачи.